Подставки под удочки. Ручная работа из орех. Подставка под сачок. Ручная работа. А здесь какое дерево? Я комбинирую. Вот это бамбук. Бамбук. А это дуб. Бамбук и дуб. Подсак. Какой длины? 5,4, по-моему. Пацанчик такой, все ручной работы. Да, поплавки — произведения искусств. Вот это поплавки. Поплавки мастеров японских. Японские? Да. А это все японские? А, ну вот это пару китайских есть. А ну покажи, какие. Вот это китайские, да, беленькие. Какие китайские? О, да, я. Вот это китайские? Я сейчас не могу сказать. Вот это китайские. Угу. Пару штук. А какой у тебя самый любимый? Самый любимый вот эти, наверное. Сейчас, ой, подожди. Мы на него и начнем сейчас рыбачить. Прикормка, наживка на разную рыбу. Здесь и опарыш, и тесто, и разные составы. На двух крючках разное тесто. Одно пылящее, одно с добавлением этого глютена. Глютена. Да, тогда он лучше на крючке держится. Хороший окунь на тесто. Тесто, видишь, оно с этим, с... Да, покажи. Ну, шикарный окунь. На тесто. Вот, снимай. Снимаю, снимаю. Я хочу удочку снять. Это похоже на линя.
И притом хороший. Можно? Так, нам надо его отцепить. Thank you.
Молодец. Поставить его. О, как он заглотнул. Всё. Супер! Супер! Не-не-не, просто покажи, какая ручка. Вот это для жены 60. Угу. Одна в другой. Я понял. Да. У них у всех разный дизайн.